Планирование вашей повседневной деятельности, безусловно, не первое, что вы должны делать утром. Вы должны сосредоточиться на вашем теле, и это принесет вам здоровье на долгие годы. Сегодня вы узнаете простые и очень эффективные упражнения, которые помогут вам быть весь день полным энергии и сил. И да, вы можете делать это даже под одеялом. Поехали! Растяжка позвоночника. Вдохните, положите руки над головой, сжимая пальцы вместе. Переворачиваем ладони к стене. Держите колени прямые и ваши пальцы растянуты. Держите свое тело в этом положении в течение 5 секунд. Выдохните и расслабьтесь. Выполните 3 повторения. Растяжка суставов. Согните правую ногу и поместите левую ногу на правое колено. Обхватите правое колено руками. Дышите глубоко в течение 5 секунд и поменяйте ноги. Это упражнение увеличивает смазку в суставах и укрепляет ягодичные мышцы. Делать 3-5 повторов на каждую ногу. Растяжка мышц спины и поясничного отдела позвоночника. Поставьте ноги на пол и согните колени. Тянитесь к полу руками, повесив их на колени. Тянитесь головой к полу. Сосчитать до 5 и расслабиться. Это хороший способ проснуться и дать спине хорошую растяжку. Ваш мозг будет получать достаточное количество кислорода. Делайте 5-7 повторов. Колени к груди. Лечь на спину и согнуть колени. Подтяните их к груди. Это упражнение способно сделать чудеса для нижней части спины, и оно стимулирует ваше тело и ум. Для достижения оптимальных результатов вы должны удерживать ваше тело в этом положении в течение 10 секунд. Делать 5-7 повторов. Поворот. Положите руку на правую сторону туловища. Согните ноги в коленях и протяните их в противоположном направлении. Держите плечи на матрасе. Удерживайте тело в этом положении в течение 10 секунд и перейдите на другую сторону. Это упражнение повышает циркуляцию крови и работает на мышцы позвоночника. Делайте 5-7 повторений на каждую сторону. Наклон вперед. Сядьте на кровать и выпрямите ноги. Вдохните, выдохните и тянитесь к пальцам ног. Вдохните снова, выдохните и потянитесь еще больше. Тяните шею тоже. Сделайте 10 повторений и расслабьтесь. Это упражнение подготовит организм к своей повседневной деятельности, особенно если вы будете сидеть в течение многих часов. Оно будет работать на ваши мышцы спины, на позвоночник и таз. Ваше здоровье в ваших руках, и делая эти упражнения каждое утро, вы значительно улучшите ваше самочувствие и здоровье. Это просто, и вы сразу же почувствуете результат. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.